Крещая часть – это защитное действие. То есть руки в исходное положение, верхняя рамка. Посмотрите, как они у вас здесь раскладываются, работают легко, свободно. И действие защитного характера. Значит, смотрите, прически называемые. Когда мы заходим на движение, то есть защита от бокового удара. Сбрасываем удар, приседая слегка, скручивая корпус. Очень легко. Обратное движение. Выбрасываем изнутри. Локоть при этом выходит на середину груди. И затем я отбрасываю все от себя. Дальше прическа за ухо. Также локоть выходит на среднюю линию. Мы зачесываем за ухо движение. И таким образом левой, правой работаем. Дальше удар прямой в грудь или в корпус на уровень живота. То есть выставляем руки, немножко их раскладываем и затем начинаем скручиваться. Скручиваем корпус, выстраиваем линию, чтобы уровень удара, который проходит в корпус, он проходил мимо. Также все упражнения выполняются на выдохе.